крик о помощи для гражданина Латвии, который на данный момент находится в Чехии. После тяжелой аварии мужчине необходима операция на позвоночнике и последующая реабилитация. С огромной просьбой просим вас помочь нашему земляку из Риги, Латвия, собрать необходимую сумму в размере 8000 евро на операцию и последующие медицинские услуги на реабилитацию. Важна каждая минута и каждый цент. Пожалуйста, если у вас есть возможность помочь хотя бы одним евро, не оставайтесь в стороне. На кону человеческая жизнь. Спасибо за ваше понимание и доброту. Спасибо за вашу помощь.